Курочкина Галина. Название работы «Хитин». Далеко не уходите. Еще одно второе место. Вахненко Анастасия. Записки сумасшедшего по Гоголю. И первое место. Курочкина Галина. Название работы «Два города». Номинация «Графический рисунок». Категория «Профи». Третье место. Насекин Александр. «Мальчик с рыбой». Вставители, пожалуйста. Номинация «Графический рисунок». Категория «Профи». Третье место. Венгржновская «Фаршатова Талина». Ярославль, церковь Ильи Пророка. Еще одно третье место. Кузнецова Александра. Серия «Лилии». Второе место. Барсуков Родион. Название работы «Труба». И первое место. Насекин Александр. Библейская серия. И последнее первое место. Коваль Мария. Триптих «Париж». Церемония награждения. Это был список победителей Российской недели искусств. И теперь переходим к представлению виртуальной галереи artsalon.ru. Виктор Анисимов. Спасибо.